Всем привет, друзья! Сегодня пойдет речь об электрических защитных приборах, а точнее об одном приборе, который называется УЗИП. Расшифровывается это как устройство защиты от импульсных перенапряжений, которое можно отнести как перенапряжение, связанное с ударами молнии, так и перенапряжение в сети при различных коммутационных переключениях. Более подробно почитать про эти приборы можно, набрав в поисковике УЗИП. А сегодня я буду рассказывать про конкретный прибор от фирмы Thomson, который я купил на AliExpress. Конкретно эта версия прибора мне обошлась в 1300. Вообще УЗИПы бывают трех классов. У китайцев они обозначаются латинскими буквами B, C, D. А у нас это 1, 2, 3 класс. Это версия класса B, рассчитанная на токи разряда от 30 до 60 кА. Класс C рассчитан на токи от 20 до 40 кА. И самый низкий класс D от 10 до 20 кА. Как правило, класс B устанавливается в одном щите. В моем случае это щит, который установлен на столбе. Он максимально гасит импульс от прямого попадания молнии. Класс C устанавливается уже в щите дома и гасит то, что не смог погасить класс B. Встречаются еще версии также с обозначением класса B, но рассчитанные на токи от 60 до 100 кА. Они значительно дороже. У меня максимальная версия на 4 полюса, 3 фазы и нейтраль. Есть также версии на 1, 2 и 3 полюса. Для квартиры я бы, наверное, порекомендовал класс C на 2 полюса. А для частного дома, где трехфазное питание, лучше взять на 4 полюса. И желательно класс B и класс C. Это устройство имеет свой ресурс и может даже выйти из строя при ударе молнии всего один раз. Поэтому отдельно для него продаются картриджи на все 3 класса. Они, кстати, здесь удобно обозначаются разными цветами. И цена на них пару сотен рублей. Я сразу прикупил один комплект картриджей про запас. Далее мы вскроем один из картриджей и посмотрим его устройство. На картриджах есть параметры. Номинальный ток 30 кА и максимальный 60, а также китайские ГОСТы. Сверху достаточно мощные входные клеммы на 3 фазы и нейтраль. А снизу одна общая выходная клемма, подключаемая к защитному пен-проводнику и отводящая высокие токи на землю. При этом обязательным условием является хорошее заземление. У меня в доме это система ТТ, то есть мой собственный контур заземления. Защелкнув динерейку, здесь непривычно расположена сверху, и она одна. Внутри каждого модуля установлен варистор, который при возникновении высокого напряжения резко и очень быстро уменьшает сопротивление, тем самым проводя через себя большие токи. При этом он условно многоразовый, но при очень высоком уровне напряжения и слишком больших токах он все-таки может выйти из строя, в том числе его может и пробить, поэтому каждый модуль сменный. И угадать, насколько его хватит, вряд ли удастся. Но и думать, что это как предохранитель будет срабатывать и перегорать каждый раз, тоже не стоит. Дай бог, чтобы эта штука вообще ни разу не сработала. Вот рекомендация по установке УЗИПа производителем Schneider Electric. Здесь в обязательном порядке перед УЗИПом устанавливается автомат. Можно отдельный автомат параллельно вводному, а можно сразу после вводного автомата. В таком случае при сработке УЗИП высокий шанс, что вводной автомат полностью вырубится, но при этом обесточит и защитит всю сеть. Вообще говоря, согласно ГОСТ, на электроустановке низковольтные, часть 4.44, УЗИП обязательно к установке во всех зданиях, где подвод электричества осуществляется воздушными линиями, а это большинство деревень. Я, например, согласно этой карте, на даче также попадаю под обязательную установку. Также про обязательную установку УЗИП упоминается и в ПУЕ 7 редакции, пункт 7.1.22, но при условии воздушного ввода. Если кабельный ввод, то УЗИП не обязателен. Давайте разберем один из модулей и посмотрим, как он устроен внутри. Здесь снимается боковая крышка, и она сидит на обычных клипсах. Верхние и нижние контакты подключены через нормальные медные косы, причем с виду медь настоящая. Сам варистор полностью залит, и к нему никак не добраться. При этом один из выводов этого варистора припаян к пластине, которая держит подпружиненное зеленое коромысло. В случае, если энергия разряда будет большой, то есть будет протекать либо очень высокий ток, либо ток с большой длительностью, при нагревании этой пластины произойдет расплавление олова, и она под действием пружины выскочит и разорвет цепь. При этом в окошечке зеленый флажок сменится на красный, означающий повреждение модуля. Можно, конечно, взять и обратно припаять эту пластину, но я думаю, что при расчете этого устройства, если припой все-таки расплавился, значит энергия была настолько высокой, что большой долей вероятности сам варистор также повредился, поэтому не стоит рисковать. А теперь покажу УЗИП от фирмы Schneider Electric. Как видно, эти УЗИП очень похожи, но при этом УЗИП от Schneider Electric в 10 раз дороже. В официальном магазине цена на устройство больше 16 тысяч,
Это я говорю про версию на 45 кА. Есть версия на 20 кА, она немного дешевле. При этом в других интернет-магазинах самая дешевая цена на версию 45 кА больше 13 тысяч рублей. То есть в 10 раз дороже устройства от Thomson. Конструктивно все очень похоже. За исключением того, что нейтраль подключается снизу, а пен-проводник сверху. В остальном параметры очень схожи. И есть также надпись о том, что сделано в Китае. Здесь также 4 картриджа, правда индикаторы есть только на 3. А также здесь есть 4 отдельные фиксатора на динрейку. Картриджи извлекаются аналогичным образом, да и собственно они очень похожи. Правда здесь на контакты нанесена специальная паста, которой у китайцев нет. По размерам картриджи практически идентичны. И даже картридж от Thomson не очень уверенно, но все же входит в УЗИП от Schneider Electric. Картридж от Schneider Electric также оказался разборным, правда немного по-другому разбирается. И здесь более наглядно видно конструкцию, так как сам варистор ничем не залит. Здесь аналогично, от одного контакта идет медная коса, и она приварена к пластине, которая припаяна к одному из контактов варистора. И также аналогично есть подпружиненное коромысло, которое как раз отвечает за флажок. В общем-то все абсолютно аналогично. За исключением того, что здесь мы можем посмотреть, какой варистор установлен, а в случае с китайцами неизвестно, что они внутри поставили. Правда, по маркировке этот варистор в продаже я не нашел, но это на случай самостоятельного ремонта. Кстати, также есть проблемы с покупкой сменных модулей для Schneider Electric. Их в продаже сложно найти, а цена за штуку около 3000 рублей. Теперь выскажу свое мнение по этому поводу. Проверить работоспособность обоих приборов, к сожалению, возможности у меня нет. Но зная хорошие отзывы о фирме Thomson, уверен, что их УЗИП будет нормально работать. Если бы разница цены была не в 10 раз, а хотя бы раза в 1,5-2, еще можно было бы подумать, переплачивать ли или не переплачивать за бренд. Но в этом случае я думаю, что все ясно. Лично я бы порекомендовал устанавливать в частных домах такие устройства, прежде всего для защиты низковольтного оборудования, которое, как правило, самое дорогое, типа роутеров, видеокамер, а также импульсных блоков питания в телевизорах. И сразу скажу, что реле напряжения и УЗИП предназначены абсолютно для разных вещей, и заменять один другим неправильно. Ссылки, как обычно, ищите в описании. Спасибо за просмотр. И заходи на канал, если что.